В этом видеоролике мы приготовим пшеничный хлеб с отрубями с помощью мультиварки Vitec VT4209. Нам потребуется 240 мл теплой воды, 2,5 стакана пшеничной муки, половина стакана овсяных отрубей, 12 грамм прессованных дрожжей, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка растительного масла. В пиалу покрошить дрожжи, добавить сахар и 50 мл теплой воды. Перемешать до растворения дрожжей. В форму для выпечки хлеба налить дрожжи и оставшуюся теплую воду. Добавить растительное масло. Просеять муку. Добавить отруби. Добавить соль. Установить чашу в мультиварку. Включить режим хлеб. Выбрать вес 500 грамм и средний цвет корочки. Время приготовления составит 3 часа 10 минут. Когда режим окончится, пшеничный хлеб с отрубями готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.